А ты? Как ты тут? Если девочка будет Маря, Мариуполь. Если мальчик будет Морик. Все, забираем тебя с собой. Едет Донецк. А? Забираем из аэропорта. Сейчас мы тебя вывезем. А он так к нам привязался тут. Отвезем там донецкие волонтеры, которые просят вот забирать кушек с водой. Все. Че ты? Не бойся. Довезли кошку из Мариупольского аэропорта. Там, где снаряды летают. Сейчас мы отдаем частный приют. Да, частный приют. А дальше что происходит? Дальше, если не будет желающих, остается, только остается в приюте, который в Еленовке. Потому что у меня здесь коты, которые не курицы, не привыкшие домашние, а у нее есть выгул на улицу, в загородке. В общем, летом там курорт для них.